Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславна профессор Вятского государственного университета. О новом романе Дмитрия Данилова, драматурга, прозаика и поэта, лауреата многих премий «Саша, привет!» говорят, спорят и пишут многое и разное. Итак, во-первых, это антиутопия. Действие происходит в недалеком будущем а в Российской Республике. Старший преподаватель Московского государственного университета современного искусства, филолог 39 лет, женат на филологе, преподавателя, вступает в сексуальные взаимоотношения с 20-летней студенткой Илоной на добровольной основе. В том будущем это нарушение закона, и он подлежит расстрелу. Роман в сущности об узаконенной смертной казни в новом формате. Смертная казнь теперь гуманна, ведь нет точной даты ее приведения в исполнение. Вы можете жить годы или десятилетия, работать, даже заниматься тем, чем хотите, пусть даже в тюрьме, но в тюрьме привилегированной. При этом все подробности вашей тюремной жизни можно прочитать в социальных сетях. А способ убийства, простите, казни, необыкновенно чист и экологичен. Это пулемет Саша, который выстрелит вам в спину, когда пожелает. Роман лаконичный, четко сконструированный и чрезвычайно саркастичный. В абсурдном будущем царит лжевежливость и лжетактичность. Все схематично, поддельно, цинично. Главенствует не человек, но механизм. Пулемет, решающий сам, когда ему и кого убить. От Сережи отказались все. Он смертник. Но что удивительно, все живет и живет. Все дни расписаны по одному сценарию. Завтрак, путь по коридору в ожидании того самого смертельного выстрела. Возвращение в камеру и нескончаемые беседы с представителями различных религиозных конфессий. И вот Сергей Петрович Фролов живет в комбинации синтез тюрьмы для смертников и санатория с трехразовым питанием, безлимитным интернетом, звонками по телефону и ожидает, когда белый автоматический пулемет Саша сам высчитает по методу случайных чисел точное время расстрела. Собственно, это основной сюжет. А вот чувство переживания, мысли, сущность, смысл данного романа к чему может привести формальная гуманизация и бездумная либерализация общества 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать!